Привет, друзья! Сегодня я с вами хочу обсудить полезный сервис виртуальных карт для любых онлайн-покупок и для арбитража рекламного трафика, сервис EPN, который предлагает уникальное решение для маркетологов и рекламодателей, работающих с Google, Facebook и другими платформами. Ранее я рассказывал уже о подобных сервисах, и в комментариях вы писали, что что-то уже не работает, что-то стало дороже, поэтому я нашел сервис дешевле и лучше. У пользователей подобных платформ возникали проблемы с картами оплаты и их BIN. Это цифры, идентифицирующие принадлежность карты. О подобных проблемах вы ранее мне писали в комментариях. Так вот, чтобы обойти блокировку аккаунтов и ограничений карт для оплаты, EPN предлагает сервис виртуальных карт, который обходит эти препятствия, предоставляя быстрый старт, регистрацию в пару кликов, без необходимости верификации и возможность пополнения счета с использованием крипты. Можно начать даже с 30 долларов. Сервис выделяется своими низкими комиссиями и качественными картами, которые не вызывают проблем при создании рекламных кампаний. Давайте рассмотрим его подробнее и ближе. Подписывайтесь на канал, поехали вместе разбираться. Для начала работы с EPN достаточно пройти простую регистрацию в пару кликов и создать новую карту в личном кабинете, выбрав имя карты, сумму пополнения и количество карт. Сервис также предлагает опцию автоматического пополнения. После выпуска карты ее можно сразу привязать к рекламному кабинету. Но самое главное и важное – это качество карты, отсутствие всяческих блокировок. В ассортименте представлено большое количество карт, включая рекламные карты, которые подходят для работы на разных площадках. Если вам нужен конкретный BIN под определенную площадку и настройки, вы всегда можете обратиться в поддержку и получить помощь в этом вопросе. К тому же EPN порадовал меня своей экономичностью с учетом высокого качества предоставляемых услуг. Цены оказались чрезвычайно привлекательными. В самом простом базовом тарифе комиссии на пополнение всего 5%, то есть если вы закидываете на карту 100 долларов, то на балансе в системе EPN будет сразу 95. Абсолютно прозрачная комиссия, больше никаких других скрытых комиссий сервис не взимает. Очень удобно, что сразу видишь, какой размер комиссии заплатишь по итогу. Существуют еще более выгодные ставки, вот скажем, при переходе на тариф Silver комиссия на пополнение будет 4,5%, а если на Black, то 2,5%. Дополнительно EPN предлагает выгодные условия для крупных рекламных бюджетов. Вы сможете получить дополнительные бонусы и снижение комиссии, что сделает использование сервиса еще более выгодным. Стоит отметить, что сервис предлагает не только удобство и безопасность, но и гибкость в управлении финансами. Возможность создания команд и распределения бюджетов делает EPN идеальным инструментом для координации множества рекламных кампаний. Это особенно актуально для крупных проектов, где требуется четкое разграничение доступа и контроль за расходами. Если вы до сих пор не определились с выбором платежного сервиса для арбитража рекламного трафика, я настоятельно советую обратить внимание на EPN. Этот сервис, несомненно, стоит вашего внимания, и я уверен, что вы оцените его все преимущества. Ссылка для вашего удобства под роликом в описании. Переходите по ней, выпускайте виртуальную карту и наслаждайтесь всеми преимуществами EPN. Удачи в вашем бизнесе и до встречи в следующих обзорах. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал и на группу в Telegram. Впереди будет много интересных видео. Пока-пока.